Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий. Это создаст стимул больше для вас снимать видео, как говорится. Сегодня у нас, как говорится, талисман. Очень простой, несложный в принципе. На основе планетарной магии и нумерологии, естественно, мой авторский. Вот. Лучше, конечно же, данный талисман делать в четверг, как говорится, и в пятницу. Не в среду, не день, так сказать, Меркурия, да, а именно в день Юпитера, это пятница, в четверг день Юпитера и в пятницу день Венеры, уже все заработался, да, вот. Талисман называется «Открыть дороги к богатству», он как бы и вычищает, убирает все, то есть денежные каналы чистит, убирает все препятствия, которые мешают вам достигнуть желаемой цели, то, что нужно в данный момент, когда, раз вы видите это видео, связанное с деньгами. Вот, и для решения многих проблем, чтобы просто бюджет был в норме всегда, а не трястись потом, что денег не хватает. Ну, естественно, если вы тратите впустую деньги, то это уже вина ваша. Значит, вы бюджет не умеете держать. Так, что же нам понадобится для того, чтобы все получилось как надо и бреда не было? Естественно, я уже сказал, это в пятницу или четверг лучше делать. И, естественно, подготовьте какой-то ингредиент. Чаще это можно корицу также, апельсин или гвоздику пряность, то есть, чтобы окурить потом талисман. Наносите его, лучше вечер вы выберите и начните. Сначала круг, потом геометрическая черточка, точка, точка. Видим, да? Надеюсь. Вот. Потом тут кружочек, крестик создаем. Потом кружочек, 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 да? Расшифровывать слишком я не буду, вот. А дальше что мы делаем? Мы заполняем, естественно, сначала. Мы всегда делаем по часовой стрелке. Стандартные, да? По стандарту. Греческому, можно сказать, стандартной нумерологии. Мы начинаем с центра. 5, 5, 8, 5, 7, 3, 5, 6, 2. Дальше мы начинаем. То есть мы идем по часовой стрелке, по возрастанию. 5, 6, 7. 5, 5, 9, 5, 7, 0, 5, 6, 5, 5, 6, 8. Вот. То есть чем-то похоже, да, комбинация подсчета. Дальше что мы делаем? Мы, естественно, здесь заполняем цифры. Можете по цветам. Тут не обязательно. Вот в этом талисмане цвета не обязательны. Вот. Так, 5, 7, 1, 5, 5, 7. То есть мы идем по часовой стрелке вот так, да? 5, 5, 7, 5, 6, 4, 5, 6, 9, 5, 6, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 0, 5, 7, 2. Комбинацию мы сделали, как говорится, склали ее, просто сказать, умножили и поделили и так далее. А вот, деление мы видим. Дальше вы переворачиваете листочек, естественно, никто вам не должен мешать в этот период. А вот. Пишите, заклинаю, подчиняю духов этого талисмана, да, откройте дороги к деньгам, богатству, к удаче, успеху, мне такому-то, такому-то, имя, да, пишем, данные можно астрологические свои там добавить, допустим, там лев или кто-то еще, вот, по гороскопу это еще будет проще, а вот, сейчас вот быстро вы это записали, потом окуривайте спереди и сзади, там, допустим, гвоздикой или мятой или корицей. Складывайте этот талисман, естественно, и носите или с собой где-то, спрятав, или в кошелек, как вам удобно. Пока вы не почувствуете, что пошел прогресс такой сильный, да, ну это чаще год вы еще можете его прятать, ну он у вас в течение двух недель, два дня раскрутится, как говорится. И получить уже результат пойдет. Но раз в год его придется подделывать. Иначе, как говорится, он будет терять свою силу и энергию. Вам придется подделывать. То есть пройдет год, вы его сожгите, и новый создадите такой же. Вот и все таким, по таким же принципам. Ну что ж, ничего тут сложного нету. Луна, я еще раз сказал, здесь не имеет значения. Вот в талисманной магии талисман. Вот. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Пичуев. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.